друзья, я хочу вам показать замечательное место озера Силан в Армении. Здесь возвышенности, именно пара здесь есть. Хочу вам показать горы вокруг. Трасса и храм 12 апостолов. Вон, если его видно, он уже закат, дует ветерок. Но тем не менее видны очертания этого большого озера. Картина в нем. Возле монастыря находится духовная семинария, где проходит обучение будущих священнослужителей.